В результате нападения американских ВМС на две иранские нефтяные платформы в Персидском заливе многие из находившихся на них рабочих получили ранения. В настоящее время иранские пожарные суда пытаются сбить огонь на этих скважинах. Существует серьезная угроза загрязнения нефтью окружающего района. Соединенные Штаты начали очередную операцию по эскортированию кувейтских танкеров через Персидский залив. В сопровождении ракетного эсминца «Форд» от территориальных вод Кувейта курсом на юг вышел караван из двух танкеров. Нынешняя операция уже 12-я со времени начала ВМС США эскортирования кувейтских танкеров под американским флагом.